Друзья, всем привет! С вами Рудеев Михаил и канал Техника. Сегодня на обзоре у нас вот такая машина. Вездеход. Очень крутая штука, очень много всяких фишек, плюшек. Но все, друзья, только в описании. Будет подробно все описано. А сейчас просто наслаждаемся просмотром. Посмотрите. Вот по сравнению с газоном, какой клиренс. Еще раз повторюсь, все будет в описании. Кстати, стекла здесь стоят от МТЗ. Здесь приоткрытая. Супер бомбический вездеход. Плавает. Любая грязь, бездорожье, недорожье. Без проблем все. Полностью на ходу. Полностью в исправном состоянии. Правда, немного грязноват. Но это все-таки машина для бездорожья. Сейчас мы попробуем, попытаемся, по крайней мере, попасть внутрь. Полностью обшит. Теплоизоляция. Немного здесь не убрано. Такой вот охотничий вариант. Кресло обшито кожей. Торпеда. Ну, вот так все выглядит. Дополнительное видео будет у нас также выложено в объявлении, где он на ходу тестируется по внедорожью. Так что, друзья, кому интересно, обращайтесь за более детальными техническими данными. Напомню, технику в Boston Technic можно приобрести как в лизинг, так и в кредит за наличные средства, а также без НАО. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.